Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 10 мая. Вселенная исполняет любые желания. Каждый человек о чем-то мечтает и постоянно чего-то ждет. Однако наши мечты и желания не всегда в нашей жизни обречены. Но именно в ночь с 10 на 11 мая Вселенная приложит все усилия для того, чтобы исполнить ваши желания. Начало мая – самое лучшее время, ведь весной мы хотим перемен, и желательно положительных. И в этот период Вселенная реализовывает самые смелые планы, реализовывает мечты и желания в реальность и без посторонней помощи. Вселенная примет участие в вашей судьбе и окажет вам всестороннюю помощь в этот день. Не удивляйтесь тем чудесам, которые будут происходить, потому что Вселенная будет вам давать поддержку, оказывать вам полную помощь, благодаря чему будет реальный шанс реализовать самые смелые и амбициозные планы и проекты. Ну и, конечно же, позволит реализовать любимые желания и мечты даже при непосредственном участии. Появляется череда ярких событий, поэтому у вас будет и много сил, и много энергии для реализации. Итак, что вам нужно будет сделать? В этот день все достаточно просто. Вы должны взять листок бумаги, на нем написать свое желание в настоящем времени, как будто уже свершилось, без всяких «не», «отрицаний» и «хочу». Свое желание вы должны его написать ровно 5 раз. Далее, что вы делаете? Вы этот листочек сворачиваете, убираете в самое укромное место, чтобы никто не видел. И когда будете убирать, говорите такие слова: «Желание замыкаю, во Вселенную отправляю. Результат придет, все произойдет». И все. Сказали 3 раза, и листочек оставляете до исполнения желания. А потом, когда ваше желание исполнилось, а оно исполнится очень быстро, этот листочек сжигаем и пепел отправляем по ветру. И на этом все. И увидите, как у вас все ваши желания Вселенная в эту ночь обязательно исполнит.